Сегодня в областной клинической больнице знаменательный день. Сегодня открыта наша собственная лаборатория ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции на базе инфекционных госпиталей. Что это дает нам? Во-первых, это раннее выявление вируса. Вот. Это достаточно надежный и точный метод диагностики в самых ранних стадиях заболевания. И, конечно, более доступные возможность более доступного обследования этого заболевания, что повысит и качество оказания помощи в наших инфекционных госпиталях. Планируется где-то до 300 анализов в сутки поначалу. Оборудование установлено самое современное, состоит из 3 амплификаторов и все, что необходимо для выделения нуклеиновых кислот из вируса. И ламинарные шкафы. Вот. Лаборатория будет работать в течение всей недели, практически в круглосуточном режиме. Вот. Подготовленные кадры для работы. Вот. Ну и, конечно, вся эта работа наша, она встроена в единую информационную систему БАРС. То есть будет возможность передавать эти анализы из учреждения в учреждение с помощью информационных технологий. Что, конечно, немножко снимет нагрузку с таких лабораторий, как Аваева, Роспотребнадзор, университетская клиника. И помощь, вот это диагностическое исследование на коронавирус станет более доступной для граждан.